Сегодня хочу сделать сердце с конфетами. И для этого нам понадобится, вырезала уже с пенопласта такой квадрат. Диаметр моего квадрата 17 сантиметров. И вырезала еще такой круг. 16,5 сантиметра. И этот круг я буду резать пополам. Будем формировать сердечко. Сейчас порежу и приду. Так, уже порезала этот круг. И теперь мы будем его склеивать вот так. Получится у нас красивое сердце. Вот, видите? Так, это основа. И нужны вот такие лепестки. Я заказывала с Алиэкспресса. Вот такие лепестки. Будем формировать вот такой цветочек с конфеты. Взяла пачку конфет. Не знаю, сколько. Может, добавлю или нет. Не знаю. Вот это я буду снимать. Аккуратненько. Вот так. И каплю клея вот так сделать. Так, вот это мы сделаем, да. Вот, извините, упала. Так, нужно гофрированная бумага, у меня белого, можно и золотистого цвета. И нужны вот такие стразовые ленты, вот такое. Где мне декорировать? Вот так. Ну, все. Давайте приступим. Thank you.